Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Человеку всегда свойственна игривость ума в ситуации, где приличествует серьезность. Лично мне всегда было сложно сохранить серьезную мину на комсомольских собраниях и собраниях активов факультета. Наша программа в этом плане не страдает подобными недостатками. Веселитесь, улыбайтесь и аплодируйте. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, наши игроки не появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Добро пожаловать. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. И мы незамедлительно начинаем съемки программы. Добрый вечер, уважаемые игроки. Мне очень приятно видеть вас яростных, таких цветастых, улыбающихся, размахивающих руками здесь, на нашей площадке. Потому что здесь будет действие веселое, динамичное и, естественно, музыкальное. Позвольте, я вас представлю всей нашей многоуважаемой публике. Участник под номером один Александр Кузнецов. Александр – педагог, любит детей, жену и тещу, которым всегда помогает мыть посуду и гладить белье, в то время как они, сидя у телевизоров, наслаждаются любимой игрой. Угадай мелодию, Александр Кузнецов! Участница под номером два – Ольга Подкорытова! Оля – азартный, спортивный человек. Она любит играть в теннис, кататься на коньках и обожает нашу программу, которая в ее глазах творчески прекрасна, восхитительна и неповторима. Ольга Подкорытова! И участник под номером три – Олег Гужва, город Владивосток. Олег по профессии агроном, а по призванию – массовик-затейник. Любит шутки, розыгрыши и клоунаду. А когда в гостях у Олега его друзья – морские офицеры, он готовит свое фирменное блюдо – гуся в яблоках. И вместе с ними исполняет душевные народные песни. Олег Гужва! Уважаемые игроки, особенно Олег, я благодарю вас за ту яркость, которую вы принесли в нашу программу. У нас все готово для начала. Я вижу, что вам не терпится, и я не буду обманывать ваши ожидания. Я объявляю начало первого тура! Александр, прошу, выбирайте любую категорию, и мы начнем играть. Музыкальный капель. Музыкальный капель. Песни 60-х годов. Нота в этой категории? Третья. Нота номер три. Ее цена 40 рублей. Рубль в нашей сегодняшней программе будет равняться французскому франку. Итак, 40 рублей. Музыкальная капель. Слушаем музыку. И готов ответ у Александра, да? Хмуриться не надо, лада. Ох-хо-хо-хо-хо, Александр. Человек из дома вышел. Так назывался эта песня. Александр, не уходите далеко. Просто две мелодии. Не нажимайте кнопку. Правый выбор категории передаю Ольге. Ольга, прошу. Хит 90-х. Хиты 90-х, вернее, хит группы 90-х. Песни групп, популярных в наши 90-е годы. Нота. Первая. Нота номер один. А что такие серьезные? Что случилось? Вот так, Ольга, да, улыбайтесь. Нота номер один. Слушаем музыку. Как жаль, но ты сегодня не со мной. Так называлась эта песня в исполнении группы «Браво». Ее никто не угадал. Право выбора категории я передаю Олегу. Олег, ну все, хватит ошибаться, хватит впустую слушать музыку. Давайте играть, уважаемые участники. Прошу, выбирать. Продолжим современный репертуар. Итак, хит группы 90-х, я правильно вас понял. Нота? Номер три. Отлично, слушаем музыку. Далек. Ага. Не рубите, мужики, не рубите. Абсолютно верно, конечно, да. Первая мелодия угадана, аплодисменты зрителей звучат в вашу честь. Олег, над Александром зажигается свет, две штрафные мелодии прилетели. Олег, выбирайте. У вас легкая рука, прошу. В этой же категории четвертая нота. Остаемся в категории хит-группы 90-х, нота номер 4, поехали. Помните группу ДЗТ «Яркая песня»? Ее напевали все, потом почему-то забыли. Может быть, поэтому наши игроки сейчас ее не угадывают. Группа ДДТ, мальчики-мажоры, помните, раскройте рты, сорвите уборы, по улицам чешут мальчики-мажоры. Правый выбор категории переходит к Александру. Александр, я надеюсь, теперь не будет времени ошибкам, будут только угадные мелодии, выбирайте. Музыкальный капель. Музыкальный первая. Капель. Нота номер какая? Первая. Первая в этой категории, слушаем. Олег. Ландухи, ландухи.
Нет, это у вас во Владивостоке ландыши так называют? Да, абсолютно верно, конечно. Олег, во Владивостоке их так называют ландухи? Так называл их мой лучший друг, или называют. А, ну замечательно, ваше право, прошу выбирайте. Хит группы 90-х. Хит группы 90-х. Единственное оставшееся. Слушаем музыку. Да, Ольга. Да. Ну, Оля есть здесь. Еду я, красавица. Нет, все, во-первых, вы не волнуйтесь. Нравится мне. Во-первых, вы абсолютно, во-вторых, вы абсолютно верно называете песню. У вас чуть-чуть дрожат губы, потому что вы волнуетесь. Выдайте мне фразу из песни, которую вы абсолютно верно называете. Ну, еду я куда? Вы сказали, еду я. Ну вот, если бы вы ехали домой, куда вы ехали? То место, где вы родились. Оля. Ну, вы сказали, красавица, она мне нравится. Фраза из этой песни. Ну ладно, хорошо, я засчитываю как верный. Родина, еду я на родину. Пусть кричат, родина, она мне нравится, пусть и не красавица. В общем-то, было произнесено достаточное количество слов, чтобы сложить их в фразу. Но впредь, Оля, не волнуйтесь, а ну-ка улыбнитесь. Пошлите мне воздушный поцелуй, пожалуйста. Шлю. Нет, не шлю. Нет, вы мне его просто... Вот так вот, вот так, и вы сразу расцвели. Выбирайте, прошу. Музыка на ТВ. Музыка на ТВ. Итак, заставки к различным телепрограммам. Нота номер один. 80 рублей. Слушаем. Олег. Снова вместе с нами КВН. КВН, совершенно верно. Да. Только там другие слова. Снова в нашем зале. В нашем зале нет пустого места, потому что эти слова я знаю хорошо. Я сам был участником команды КВН Московского государственного университета. Сезон игры 87-88 года. Уважаемые игроки, на этом первый тур заканчивается. Чтобы через несколько мгновений уступить место туру номер два. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Прошу вас. Итак, у Олега идет игра вовсю. Ольга чуть-чуть волнуется. Александр наверстает. Я уверен, наверстает. Конечно, а как же иначе? Дорогие друзья, наступает время второго тура. Вот тут-то есть прекрасная возможность у наших участников поправить свои финансовые дела. Я думаю, каждый из них начнет играть и угадывать во всю мощь. Они появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Видит Бог, они этого заслуживают. Добро пожаловать, прошу вас, занимайте ваши игровые места. Мы начинаем второй тур нашей программы. Олег, я вот смотрю на вас и не могу не нарадоваться. В общем-то, вот перед вами, уважаемые телезрители, идеальный игрок программы «Угадай мелодию». И неважно, сколько мелодий он угадал, главное, что он ярко, красочно одет, он чувствует себя абсолютно вальяжно, он свободен в своих движениях, и он жаждет угадывать мелодии. Учитесь. Я объявляю начало второго тура! И кому же, как не идеальному игроку программы «Угадай мелодию», осуществить выбор? Прошу, Олег. Великолепная Лайма. Великолепная Лайма. Песни Лаймы Вайкулы. Итак, 50 рублей стартовая цена. Я вижу, что все наложили персты на красные кнопки. Отлично, слушаем. Олег. Скрипач на крыше. Бедный мой скрипач, совершенно верно. Да. Прозвучало всего три ноты, вы их угадали моментально. Прошу, выбирайте дальше. Остаемся в категории «Великолепный Лайм». Отлично, слушаем. Олег. Ах, верни, Саша, ах, верни, Саша. Вам нет равных, пока нет равных. Да, абсолютно верно, конечно. Но Александр и Ольга, я думаю, что-то сделают. Все-таки смогут противостоять Олегу. Олег, прошу, выбирайте дальше. Полюбившийся Лайма. Итак, остаемся в этой категории и слушаем дальше. Да, Олег. Я испытываю злорадство. Легкое это злорадство прошло. Теперь я хочу услышать от вас ответ, Олег. К сожалению, мне нужно. Ну, как называлась улица? Ну, площадь такая есть еще. Вообще-то это площадь на самом деле. Пикадилли. Пикадилли, конечно, совершенно верно. Отлично, я так рад вашим восклицаниям, победным восклицаниям. Выбирайте дальше. Ну, конечно, желаем. Последняя, четвертая мелодия в этой категории. Слушаем. Далек. Приходите завтра. Деловая приходите. Женщина, совершенно верно. Да. Итак, отзвучала категория «Великолепная Лайма». Куда двинемся дальше? Так. Ну? Пусть голова моя седа. То есть мои года, мое богатство. Песни о возрасте, о любых возрастных категориях. Слушаем музыку.
Далек. Дадим шар земной детям. Абсолютно верно, конечно. Дадим шар земной детям. Дальше ваш выбор, прошу. Приумножим богатство. То есть вы хотите оставить в этой категории? Остаться. Слушаем дальше. Далек. Так. Ну? Спи, малыш мой маленький. Спи, мой мальчик маленький, спи, сынок. Совершенно верно. Таня Буланова. Да, колыбельная. Вау. Александр даже поводит головой и говорит, но я что-то с ним сделаю. Александр, обязательно сделайте. Прошу, выбирайте. Олег. А еще чуть-чуть богатства можно добавить? Еще чуть-чуть богатства. Давайте попробуем. Слушаем. От детства именное отрочество. Перелетаем в юность, конечно, песня «Студент». Дмитрий Маликов, «Студент», так назывался эта песня. Ее никто не угадал. Право выбора категории переходит к Александру. Александр. Имена. Имена. Ну что же, давайте попробуем эту категорию. В названии песни есть обязательно имя. Может быть, даже фантастического сказочного героя. Слушаем музыку. Да. Где же ты, Марусь, с кем теперь гуляешь? На морском песочке я Марусю встретил. Абсолютно верно. Да, угадано. Абсолютно верно. Выбирайте дальше, Александр. Имена. Остаемся в категории. А вам понравилось? Вы почувствовали вкус победы? Отлично, слушаем. Олег. Лимбо. Это имя пригожее. Совершенно верно, конечно. Да, 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 да. Олег, ваш выбор. Ну, опять же, узнаем окончательно все имена этой категории. Все имена, то есть остаемся в категории имена. Слушаем дальше, поехали. Да. Лай, ты лай, ты Лайла. Совершенно верно, конечно, Лайла. Да, угадано, угадано, угадано. Еще раз угадано, Александр. Прошу, выбирайте. Имена. Имена. О, вам нравятся эти категории. Слушаем. Далек. Слушаю вас. Уж не произойдет ли сейчас ужасной ошибки? Олег, Олег, Олег. Не дождетесь. Глеб Жеглов и Бородин. К сожалению, нет. А, к сожалению, нет, Олег. Нет, вы ошиблись. Вы чуть-чуть не дослушали. Это «Эх, Леха, Леха, мне без тебя так плохо». Помните, все идут служить, ребята. Жаль, девчонок не берут. Вообще, по-моему, Алена сильно ошибается с таким вообще как бы направлением. Я не посоветовал бы девушкам в нашей армии в нынешнем ее состоянии служить. Как бы то ни было, вы не наказываетесь, уважаемый Олег, потому что на этом второй тур нашей программы заканчивается. Я вынужден сказать, Ольга, что я говорю вам до свидания. Вам аплодируют все зрители нашей студии. Они благодарят вас за ваше участие. Принимайте, принимайте, конечно, галантное обхождение от Олега. Александра, вы тоже можете поцеловать руку Дани. Это не возбраняется на площадке. Ольга, всего доброго. Олег, Александр, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Ай да, Олег. Вот посылает Бог такого амфантерибля. И игра сразу начинает сверкать другими красками, яркими и веселыми. Я абсолютно официально, честно и беспринципно заявляю, что сейчас наступает время третьего тура нашей программы, который определится финалист, то есть человек, который будет владеть всей ситуацией на площадке. Да, это так. Встречайте наших участников, не нравится в студии. Александр, Олег, прошу вас занимать ваши игровые места, и мы начинаем третий тур нашей программы. Заметьте, Олег, как только вы появились на площадке в зоне досягаемости камеры, я руки совершенно спокойно убрал, потому что за меня эту работу с успехом выполняли вы. Благодарю и аплодисменты Олегу. Олег, вы являетесь лидером по итогам первых двух туров. У вас 816 рублей. Рубль сегодня равняется французскому франку. Французскому франку равняется рубль. Вы лидер, вам начинают торги. Песня о возможности конфликтов с животными. Прошу вас, начинайте, Олег. Александр, в то время, когда космические корабли браздят просторы мирового океана, и человеческий разум рвется к вершинам познания, мне неудобно будет отгадать эту мелодию ниже, чем как с пяти нот. Угадывай, Олег. Угадывай. Ну что же, я не буду повторять вот эту долгую преамбулу, которую говорили, хотя могу. Песня о возможности конфликтов с животными. Пять нот, слушаем. Они прозвучали.
Олег. Заметьте, что корабли по-прежнему бороздят просторы океана. А вам отвечать? Уровень моего сознания еще не достиг такого. Ваш ответ, Олег. Листья желтые тут. Нет, к сожалению, нет. Не дразните собак. Не дразните собак. Не пугайте кошек. Счет становится 1-0. Подсказка номер 2. Песня о секрете вечной молодости. Прошу вас, Александр, вы начинаете. А я так витиевато говорить не умею, но я попробую 6 нот угадать эту мелодию. Продолжая тягу и стремление к прогрессу, я все-таки рискну с 5. Угадывайте. Угадывайте. Прогрессивный вы наш. Итак, 5 нот. Олег, вам угадывать песню о секрете вечной молодости. Слушаем. Олег. К сожалению, видимо, не достиг этого уровня. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Так называлась эта мелодия. Сейчас становится 2-0. Олег, не расстраивайтесь. У вас все хорошо, игра еще не проиграна. Александр, ваша тактика дает свои пышные и сочные всходы. Подсказка номер 3. Песня о частной беседе с акцентом. Прошу вас, Александр, вы начинаете. Олег, ну попробуй 6 нот. 6. Делать нечего, придется. С 5. А, Александр, я не услышал ваш ответ. Угадывай. Угадывай с 5 нот песню о частной беседе с акцентом. Слушаем. Олег, ваша версия, любая. Вы знаете, лучше не молчать, лучше сказать, может быть, ну вот, что-то, вот, что скажу пришло на ум. Одно. Да. Саша, вы встретим-то. Спасибо, ой, Олег. Позвольте, все-таки я об этом скажу, и так у вас нет никакой версии. Приходи ко мне, дружок, посидим, поокаем. Сейчас становится 3-0 в пользу Александра. Олег, к сожалению, вы проиграли, хотя... Я думаю, что вы запомнились нашим телезрителям. Они полюбили вас. Они полюбили вас за вашу экспрессию, за ваше очень хорошее знание музыки, за ваш яркий костюм и вообще за то, что вы есть. Олег, спасибо огромное. Давайте, уважаемые зрители, поаплодируем нашему замечательному участнику. Олег, всего доброго. Александр, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на подиум. Жалко, жалко терять Олега. На самом деле, яркий, запоминающийся игрок. Но что поделаешь, третий тур. У него свои законы, свои правила. Александр становится финалистом. В конце года наша программа проводит конкурс названия лучшего меломана сезона 1997 года. От вас мы ждем открыток с указанием наиболее полюбившихся вам игроков, которых бы вы хотели видеть в супертурнире звезд. Если вы правильно назовете имена 3 участников супертурнира, вы получаете шанс стать игроком нашей программы, и вам обязательно будет вручен приз от телекомпании «ВИП». Смотрите тему. Самое необычное, самое экзотическое ток-шоу в мире. Вот так. Дорогие друзья, мы добираемся до финала. Такой красивый, яркий вечер. К сожалению, чуть-чуть стало меньше красок на небосклоне нашей программы, потому что Олег покинул студию. Но ведь с нами Александр Кузнецов, финалист. Он появляется в студии. Давайте встречать его аплодисментами и желать ему удачи. Александр, занимайте свое место. Это место ваше по праву. Александр, поздравляю, вы выходите в финал. У вас не так много рубликов, которые сегодня приравниваются к французскому франку. У вас их 188. Значит, есть отличный стимул увеличить счет, увеличить количество выигранных денежек. Естественно, что деньги не главное в нашей программе, но, в общем-то, где-то, как-то, когда-то они иногда играют роль. В любом случае, вы готовы? Да. Готовы ли зрители своими аплодисментами помочь нашему финалисту Александру Кузнецову? Готовы, готовы, готовы. Отлично. Александр, желаю удачи. Поехали.
наши службы опасны и трудно. Совершенно верно, да, конечно. Дальше. Вместе весело шагать по просторам. По просторам. Угадано, совершенно верно, да. Дальше. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди, совершенно верно. Отлично. Дальше. Идут дожди, стучат ручьи. Журчат ручьи. Как правило, они все-таки журчат. Угадано, да. Ну, если вы хотите, пускай стучат. В конце концов, что мы будем придираться, что ли? Дальше. Пропускай пока. Пока пропускайте, ничего страшного, хотя вы ее знаете, это точно. Знаю. Дальше. В лесу при фронтовом. Моя любимая, так называлась эта песня. К сожалению, вы поспешили, Александр. Обидно, обидно. Но главное в нашей программе, стойте, вернитесь, я вас еще не отпускал. Главное в нашей программе — это сохранять бодрость духа и улыбку до конца игры. Александр, в любом случае, спасибо за ваше участие. Давайте, уважаемые зрители, поаплодируем нашему финалисту. Александр, я благодарю вас за участие в нашей программе. Всего вам доброго и не расстраивайтесь. Александр Кузнецов, финалист нашей программы. Уважаемые телезрители, ну что поделаешь, ну действительно похожи были. Начало Александр чуть-чуть поторопился, это испортило ему супер игру, но я уверен, не испортил настроение, как и вам. Уважаемые телезрители, мы будем ждать встречи друг с другом, потому что в конце концов мы к друг другу уже привыкли и притерлись. До встречи, пока.